продолжаем. Смотр художественной самодеятельности, учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения государственных трудовых резервов. Выступает коллектив учащихся города Магнитогорска. Русская народная пляска. Считать за принятие моего предложения. Какого предложения? Ты писатель, много писал о фронте. Почему бы тебе не писать о тыле? Пьесу или повесть? Ну вот хотя бы о наших трудовых резервах. Ты знаешь, что я тебе скажу? Ну что? Ну, тебе как директору краснознаменного ремесленного училища. Я понимаю, ты же патриот своих воспитанников, правда? Ну, тебе было бы это очень интересно. А вот широкой публике. Ты абсолютно не прав. А почему ты думаешь, что нашей широкой публике будет неинтересно знать побольше о нашей молодежи, о новом пополнении рабочего класса? Ведь это одна из интереснейших страниц из истории войны и победы. Созданная по мудрому сталинскому указанию система государственных трудовых резервов играет огромную роль в разрешении проблемы подбора и подготовки новых рабочих кадров. Рука об руку со старыми кадровыми рабочими металлообрабатывающих и машиностроительных заводов на передовой линии военной промышленности трудится армия молодых металлистов. За годы войны школы ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища дали промышленности и транспорту 2 миллиона рабочих. Среди них 1 миллион металлистов, 400 тысяч строителей, 200 тысяч горняков. Самоотверженный героический труд на благо Родины закаляет молодое рабочее поколение.
партии и правительства рассматривают государственные трудовые резервы как важное звено в обороне страны. Молодежь оправдывает это доверие делом, отличной учебой, бесперебойным и четким выполнением заказов фронта. Вот что пишут им бойцы с фронта. Спасибо вам, молодые товарищи. Если все вы будете и дальше так работать, то мы уверены, что наши новые заказы фронт получит в срок и хорошего качества. Красная армия бьет на фронте проклятых немцев, а вы помогаете ей по мере своих молодых сил. И победа будет за нами. А ты говоришь, неинтересно. Нет, я понимаю, это важная тема, очень интересная. Но, к сожалению, я сейчас занят. Чем это? Мне заказали сценарий одного музыкального кинофильма. Так вот я тебе и даю тему для твоего сценария. Для сценария нужен целый ряд комедийных и трогательных ситуаций, которые бы в соединении с музыкальными номерами могли бы создать очень интересное кинопредставление. Ну, а почему ты думаешь, что в жизни ремесленных училищ, особенно в области самодеятельности, ты не можешь найти всего того, о чем ты говоришь? Выступает учащийся ремесленного училища Олег Бобров. Он исполнит московский вальс. Музыка Анатолия Лепина. Нас улица шумом встречала, звенела бульваров листва. Ступая под своды вокзала, шептали мы: «Здравствуй, Москва!» Мы идем, мы поем по бульварам разбитым сторон. Мы идем, мы поем, и Москва улыбается нам. Москва! Остался наш город родной. Там часто мы вместе мечтали о радостной встрече с Москвой. Мы идем, мы поем по бульвару красивым садам. Мы идем, мы поем, и Москва улыбается нам. Москва! Хочется рассказать тебе одну историю. Какую историю? Ну, вот хотя бы историю этого баяна. По-моему, это хороший материал для твоей музыкальной комедии. А если так интересно, рассказывай. В одном из небольших городков, ну, назовем его Дольском, ремесленное училище третий раз получило переходящий красный знак. И вот на торжественном вечере мальчикам были вручены денежные премии, и там же было объявлено, что в скором времени в Москве будет происходить смотр художественной самодеятельности, вот на котором мы с тобой присутствуем. Им объяснили, что лучшие из них, танцоры, певцы, музыканты, поэты, поедут в Москву. И ты вот представь себе эту ночь в общежитии мальчиков. Эту ночь мальчишеских надежд и взволнованных разговоров. Шутка ли сказать, из далекого Дольска счастливые обладатели талантов поедут в столицу Советского Союза, еще никогда ими не виданную, но родную и любимую Москву. Ты только представь себе эту бессонную ночь. Вы-то, ребята, можете поедете в Москву. А меня обязательно не возьмут. Куда я там с губной гармошкой? В Москве лауреаты на двух роялях сразу играют. И то другой раз пишут. Концерт прошел бледно. Эх, был бы у меня баян, другое дело. А это что? А ты на баяне умеешь? У меня свой был, вятский, со старшим братом напополам.
Куда же ты его девал? Да вот, когда брата на фронт отправляли, мы с ним жребий кидали, кому баян. И ты проиграл? Нет, выиграл. Так где же баян? У брата. Так ты же выиграл. Выиграл, выиграл. Как же я мог брата без баяна на фронт отпустить? Это правильно. Конечно, правильно. А теперь это Москва-то фукнула. И Сергей Сергеевич что сказал? В Москву посылать будут самых талантливых. А здесь на губной гармошке какой может быть талант? Очень может быть. Тут все дело в чертах характера. Вот мне лично очень понравилась одна черта характера у голландского художника Винсента Ван Гога. Он был очень бедный. У него даже не было денег, чтобы купить себе красок. Но у него была такая черта характера, что он верил в свой талант. И вот он решает не пропадать же ему с таким громадным талантом из-за каких-то красок и начинает рисовать картины кофейной гущей. И хорошие картины у него получались. Ясное дело, хорошие, раз в серию попал. Какую серию? В серию «Жизнь замечательных людей». А ты что, всю серию прочитал? Да нет. У нас в библиотеке всего 12 выпусков. Про Репина нет, про Кутузова нет, про Целковского нет. А в Америке Веспуччи больше половины страниц не хватает. Вот если попаду в Москву, так сразу накуплю книг про всех замечательных людей. В Москве замечательные люди просто так по улицам ходят. Одну минутку, ребята. Представьте себе, идем мы это по Красной площади, и вдруг нам навстречу Покрышкин, трижды Герой Советского Союза. Что ж такое, вполне может быть. Коля, Коль, прости стих, который сочинил давеча. Да ну нет, не буду, не буду. Прочти! 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 Ну ладно. Москва, Москва, чудесная столица, Кремль величавый, улицы, мосты, как раннюю весною с юга птицы к Москве летят заветные мечты. О, чудный город, мы тебя увидим, по улицам твоим пойдем бродить, на площадь красную волнуясь выйдем в тот миг, когда куранты будут пить. Дальше я еще, ребят, не написал. Здорово ты, Коляхи, получается. Что, ребят, может разве так? Вот помрет Колька, и тот попадет в серию. Свободная вещь. Жизнь и творчество замечательного человека Николая Леонова 3 рубля 60 копеек без переплета. А почему и так, ребят? Вот выучится кто-нибудь стишки писать. Ну, скажем, Пушкин, Маяковский или Колька Леонов. И сразу нечто выделяющееся. А тут уж только бьешься, и никто тебе слова не скажет. А Стаханов? Такая же знаменитость. Но что касается Пушкина, так он может потому и Пушкин, что по-стахановски над стихами работает. А ты, Борис, поработай у станка по-пушкински. Может быть, и тебе когда-нибудь памятник поставят. Да брось его. Я вам серьезно, вы мне шут. Коль, а Коль, а в Москве сколько памятников? В Москве-то? Я лично знаю 5 штук. Пушкину раз. Гоголю. Да-да. Гоголю 2, Минину 3, Пожарскому 4, Тимирязеву 5. Тимирязев кто такой? А ты разве не смотрел кино «Профессор Полежаев»? Какой Полежаев? Ну, Черкасов. Черкасов — это Суворов. Да нет, Длинный, Александр Невский. Это же Иван Грозный. Ну да, вот он и есть Тимирязев. Теперь понятно. Ну, так и говорили, что это депутат Балтики. Ну, москвичи, пошли спать. Пошли. Подождите, ребята. Очень и мне в Москву хочется. Проверьте меня. Может, у меня какой талант найдется. Да какой тут может быть талант? Ты же у нас боксер. Да ты, Федь, не огорчайся. Будет в Москве физкультурный смотр, тебя и пошлют. Ты только тренируйся побольше. В том-то дело, что тренироваться не с кем. Все боятся. Да ну. Ей-богу, с виду же я очень маленький. Ударишь, говорит, а потом отвечай. Трусы. Да и перчатка всего одна. Ну, кто в Москву поедет, тебе целую пару привезет. Я за перчатки все премии не пожалею. А я, например, велосипед куплю. А я вчера в комиссионном магазине присмотрел себе фотоаппарат 9 на 12. А я решил свои деньги не тратить. А что ты с ними будешь делать? Я их оставил до Москвы. И они у меня лежат как особенные, неприкосновенные московские деньги. Это правильно. Я тоже тогда не буду тратить. Ну, по рукам, ребят. По рукам. Ну что, разве плохое начало для сценария? Да тебе так сразу трудно сказать. Нет, вот ты мне обещал историю про баян. Всему свой черед, дойдем и до баяна.
Но для этого придется тебе отправиться со мной из Дольска в другой небольшой районный городок. Ну, поехали. Где проживал старый кадровый рабочий Никанор Иванович Никаноров со своей внучкой Таней. Никанор Иванович сильно болел. И, конечно, заводоуправление послало к старику, чтобы узнать, в чем он нуждается. Но к великому удивлению расторопного орсовца он застал совершенно неожиданную картину. Танюшенька, здравствуй. Тише, тише. Я к Никанору Ивановичу не хочу. Нельзя. Он спит, и доктор будить не велел, пока мисс там не проснется. Что ты говоришь? А вы ему что-нибудь передать хотите? Да, вот хочу передать. Хорошая корочка. Да нет, собственно говоря, мне передавать ему нечего. Скажи просто, что весь завод ему кланяется. Желает скорейшего выздоровления и возвращения на работу. Большое спасибо, передай. Обязательно. Ну, спасибо, передай. Девочка, до свидания. Ну, совсем как в мирное время. Ну, здрасте, пожалуйста. 3 куска сахара кладет. Откуда это у тебя все берется? Вы кушаете, дедушка. Доктор так прямо и сказал. Питание, питание, питание. Откуда это я все у тебя спрашиваю? Это дяденька с завода принес. Такой толстый. Ах, вот оно что. Ну что ж, ничего нет удивительного. Все-таки 40 лет на одном и том же месте проработал. Вот. И не забыли старика. И долго это я так провалялся-то? 3 недели, дедушка. Без всякого сознания лежали. Ну, ничего, ничего. Как говорится, не вышел номер. Старик не помер. Вот ведь он какой, Никанор Иванович, не захотел квартиру менять. И правильно. Смотри, как у нас здесь хорошо. Сухо, светло. Все на своем месте стоит. Таня! Таня! Что, дедушка? А где Баян? Вот он, дедушка. Фу ты! Как меня перепугало. Почему он у тебя не на месте стоит? Да я с него, дедушка, пыль стирала. Могла бы стирать, не снимая, а то уронила бы. О, ты ведь знаешь, какую он для меня цену имеет. Знаю, дедушка, да вот только понять не могу. Играть вы на нем не играете, а так дорожите. О, милый, это цельная история. Ну-ка, садись сюда. Давно я тебе хотел рассказать. Да все, думаю, малач, не поймешь. Что вы, дедушка, мне уж через 10 месяцев 14 лет будет. Ну, старушка, слушай. Было это лет 40 тому назад. Приехал я из голодной деревни в город. Темным, как дремучий лес, пареньком. Я тогда чуть постарше тебя был. И знал я тогда только пить, есть, да лапти плесью. Вот и все мое тогдашнее образование. И на великое мое счастье встретился мне Константин Николаевич Златогоров. Он в паровозном депо ремонтным слесарем работал. И взял он меня к себе в подручные. И поступил со мной, как Господь Бог с Адамом. Сделал из меня человека. Дал мне, дураку, некоторые понятия. И произвел меня честь честью в рабочий класс. Привязался я к нему, как щенок к хозяину. Зато и он, бывало, говорил. Много у меня, говорит, друзей, приятелей, Никанор. Но задушевных только 2. Ты да Баян. Ох, и веселый человек был. Куда ни пойдет, всюду с Баяном. Да, а смерть она и веселых людей любит. Было это в
1905 году. Убили Константина. А он мне и сказал: ничего, говорит, Никанор, и не такие люди за рабочий класс умирали. Отдал он мне свой баян и говорит: может, сам научишься, а не научишься, отдашь стоящему человеку. Не плачь. А я тогда и не плакал. У меня от горя слез не было. Давно это было, а вот помню все до самой мелкой мелкости. Вот одну только запамятовал. Какую он перед смертью песню пел. Эх, Костя, Костя. Ты вон открой крышечку-то. Посмотри, там его фотография наклеена. Что случилось-то? Просто я вспомнила, что забыла. Мне же в аптеку бежать нужно. Зачем? За порошками. За какими еще порошками? За самыми главными. Хлопотун я. Давно работает, его и спроси, а пока встань в сторонку и обожди. Ведь если каждый будет музыканта руками трогать, что же у нас получится? Сунбур? Thank you.
Знаете что, давайте потанцуем. Ну что вы, я сюда по делу пришла. Ну давайте же танцуем. Нет, нет, я не буду. Понимаете, будь я в щиплетах, я бы не стал к вам приставать. Ну а поскольку я в валенках, мне же неудобно других приглашать. А вы как раз тоже в валенках. Ну давайте же танцуем. Ну, хорошо, давайте. Только пока Дед Мороз не придет. Хорошо. Вам никогда не приходилось ездить в командировку? Нет, не приходилось. А вот знаете, я как раз сейчас нахожусь в командировке. Ну? Да. Понимаете ли, я сюда приехала за репертуаром. Да? Да. В мягком вагоне даже. Ой. Понимаете, просто не было в жестком месте. Ой, Дед Мороз. Товарищ Дед Мороз. Скажите, пожалуйста, Семен Семенович Брыкин больше не работает? Да, к великому нашему счастью, больше не работает. Уволили за безобразие. А как же мне теперь его искать? Насколько мне известно, он переменил место жительства и находится в городе Дольске, где, по-видимому, и работает в одной из местных пивных. Благо, их там много. Докатился. Я только вот чего не понимаю. Кто этот Брыкин и почему его Таня ищет так? Да не торопись, дай сначала расскажу о Никаноре Ивановиче. Ну ладно, давай ничего не рассказывай. Когда Никанор Иванович выздоровел, директор пригласил его к себе и предложил ему отправиться в качестве педагога в Дольское ремесленное училище. Ну ты сам понимаешь, что во время войны у нас возникла огромная нужда в высококвалифицированных педагогах. Старик принял это предложение как отставку, разобиделся. Я, говорит, старый кадровый рабочий, я не нянька, в ремесленное училище не поеду. Но придя домой, постыв немного, он передумал. Если б не война, ни за что бы не поехал. А вы, дедушка, не ездите, живете на пенсии, все тут. А тебя, дуру, не спрашивай. Не ездите. Лопата. Неодушевленный предмет и так без работы ржавеет. Подумаешь, работа, мальчишек учить. А стариков учить еще хуже. Мне тут главное обидно. Столько лет проработать на одном месте. И вдруг, здрасте, пожалуйте, в какой-то Дольск посылают. Дольск? А ты чего так обратно? Город. Какой тот самый? Да нет, мне просто про него рассказывали. Очень говорят, хороший город. А чем же это он хороший? Пивных там много. Пивных? Ты вот что, чем глупости болтать? Иди лучше в дорогу собирайся. Найдем.
Спросите, пожалуйста, это у вас мальчик или девочка? Что-что? Мальчик или девочка? Мальчик. Ну, раз мальчик, значит, вы не мастер. Пошли. Кого встречаете, ребята? Проходите. Проходите. Пассажиры все вышли. А вы, папаша, чего тут дожидаетесь? Да вот дожидаюсь, когда у нас научатся старость уважать. А в таком случае, пожалуйте в зал ожидания, там и дожидайтесь. Здрасте, пожалуйста. Бери. Ну что? Никого не встретили, Иван Александрович. Все из 9-го вагона вышли, а его там не было. Странно. Ну идите работать. Они вас не встретили, просто удивляюсь. А тут, Иван Александрович, так, кажется, вас величают. А да. И удивляться нечем. Они и на вокзале-то не были. Да что? Старик, мол, сам доберется. Да что вы, Никанор Иванович, так, кажется, вас величают. Вот и сразу видно, что вы наших мальчиков не знаете. А это интереснейшая публика, доложу я вам. А девушка говорит, что они уже... А ты молчи, когда взрослые разговаривают. Никанор Иванович, давайте заглянем в мастерскую, посмотрим, как они работают. Особенное внимание прошу вас обратить на ученика нашего, Николая Леонова. Он нас сейчас временно мастера заменяет. Представьте себе, неплохо справляется. Пожалуйста, полюбопытствуйте. Прошу вас. Кто здесь мастер заменяет? Я. Действительно, неплохо справляется. Никогда я тебя в ремесленное училище не отдам. Чему ты там научишься? А за отсту и не думай, и не мечтай. Чего тут плохого, девушка, если у меня своя специальность будет? Специальность? Голубей гонять. Где у нас мочалка-то? Вот она, девушка, на картиночке. Здрасте, пожалуйста. Ты вот что, брось картинки рассматривать, прибраться надо. Теперь его на первобаян куда-нибудь к месту пристрой, а то толкнешь ненароком.
там еще? Это я, ученик один. Мастер Никанор Иванович дома? Нет, его в баню ушел. А вы будете внучкой его, да? Вы, кажется, плачете? Нет. У вас, наверное, что-нибудь случилось? Ничего не случилось. Почему же вы тогда плачете? А вам какое дело? Значит, мне так нравится, вот и плачу. Ну и плачьте. Ну и буду. Ну и глупо. Подумаешь, умник нашелся. Влез нахально, да еще учит. Уходите отсюда. Таня, здравствуй. Ой, здравствуй. Сердитый. Уйдем лучше отсюда. Сердитый? Да ну что ты? Это же Федя Капустин. Он у нас в училище лучший слесарь-инструментальщик. Пойдем, я тебя с ним познакомлю. Подожди, подожди, Федя. Познакомься, Таня, внучка нового мастера. Здравствуй. Здравствуй. Председатель боксерской секции... Федор Капустин. Председатель? А такой худенький. Да нет, это борцы толстые. А боксеры они все худощавые, но сильные. Зато у нас все железное. Вот пощупай. А почему? Тренировка. А попробуй, ударь меня. Как же это так? Ударь, ударь. Я ведь его совсем не знаю. Это ничего, Таня, дай ему раза, иначе он все равно не отвяжется. А теперь стань вот так. Да не так, вот как. Ну, бей сюда со всего размаха. Секунданты аут. Тайм. Бам! Ой. Ну как, не очень ушибла руку? Нет, совсем не ушибла. Будь ты мужчиной, из тебя бы хороший боксер вышел. Потому что не признаешься, когда больно. Я вот тоже никогда не признаюсь. А знаешь, мне характер нравится этого парня. Да, но, по-моему, у тебя скорее характер, Никанор Иванович. А у него тоже настроение было неважное, потому что он ничего хорошего не ожидал от своей новой работы. Ну ладно, закругляемся. Но действительность превзошла все, даже самые худшие его предположения. Мальчишки оказались озорниками. Директор, как видно им, потакает. Вода, как назло, в бане, еле теплая. Да Таня куда-то пропала. Пришлось кипятить чай самому. И к чаепитию Никанор Иванович приступил в самом скверном расположении духа. Безобразие. А ну, нас домой. Что вы на нее кричите? Это я виноват. Скажите, пожалуйста, какой адвокат нашелся?
присяжный поверенный, господин Плевака. Я, конечно, не знаю, кто такой господин Плевака, но очень хорошо понимаю, что вы хотите тем самым Плевакой ударить меня по самолюбию. О, скажите, пожалуйста, какое самолюбие? Я, наверное, забыл, как вашего брата за уши таскают. Я держиво напомню. Это вы, наверное, забыли, в какое время живете. А меня за уши даже отец не таскал. Ну и очень жаль, что не таскал. Вот ты и вырос такой птицелов. А ты тоже хороша. Не успела приехать, сразу себя компанию пробрала? Вовсе не сразу. Мы с ней уже давно знакомы. Когда же это вы успели познакомиться? В вашем городе еще, на елке. На какой такой елке? Да в жизни я ни на какой елке не была. Это он неправду говорит. Как это? Ох, так вы, выходит, господин Плевака, соврали. Выходит, соврал. А ведь в комсомоле состоишь, наверное, а? Состою, это ваше счастье. А вот Бенвенуто Челлини, когда еще учеником был, так почти за такое же оскорбление пристрелил своего мастера из аркебуза. Чего-чего? Ну, я, конечно, его не оправдываю. Просто привел как исторический факт. Скажите, пожалуйста, мало того, что врать, а еще и нахал? Плевака! Плевако. Плевак родился в 1843 году, знаменитый русский адвокат. Как это нехорошо получилось. Оказывается, в Плеваке ничего и обидного-то нет. Следовало уступать мастеру и запрещать самодеятельность. Я был в безвыходном положении. Пойми, старик этого требовал ультимативно. Иначе, если он не может отвечать за выполнение заказа, не за труд дисциплину... И мне, как твоему заместителю по воспитательной части, придется от каши расхлебывать. Вот именно. Именно. Попомни мои слова, Иван Александрович. Это запрещение причинит нам немало еще хлопот. Да ведь я на это согласился, как на временную меру. Временную. Птицы хотя отработали. Перевыполнение. Ладно, попробуй поговорить с мастером. Я тебя очень прошу. Ребята, я считаю, что надо продолжать подготовку к смотру. Найдем секретное место и будем тайно репетировать. А подо что же мы будем репетировать? Рояль-то закрыт. Ну, под баян. А где ты достанешь? Баян. Баян будет. Так я же видел, что ты пошла за водой. Мне с тобой надо поговорить. А почему ты в окно влез, а не в дверь постучался? А почему ты не открываешь, когда я стучу? Я к вам и вчера стучал, и позавчера стучал. А ты не открываешь. Разве не правда? Правда. Мне с тобой девушка водиться не велел. Уходи, ради бога. Вдруг он сейчас придет. Не уйду. Как это не уйду? Не уйду. Не уйду, пока ты мне не скажешь, почему ты меня врать заставила. Я с 12 лет уже не вру. Сказал правду. Мы на елке познакомились, а ты меня в какое положение поставила? Ведь это как получается? Комсомолец и вдруг врет. Ты думаешь, если я не комсомолка, так мне врать легко? Попал бы на мое место, может быть, еще бы и не так врать стал. Ну ты скажи, в чем дело?
не могу я тебе этого сказать. Что же, выходит, тайна? Пускай тайна. Что же, по-твоему, мне даже теперь нельзя доверять? Да ты, Коля, не сердись. Придет время, я тебе все расскажу. А ты лучше мне скажи. Ну? В этом городе ты все пивные знаешь? А ты что? Видала, как я выходил? Откуда выходил? Да ты не выкручивайся. Раз уж шпионничала, так сознайся. Шпионничала? Влез в чужую квартиру, а еще оскорбляешь. А зачем ты меня тогда про пивные выспрашиваешь? Да спрашивай, значит, нужно. Зачем? Не могу я тебе этого сказать. Что ж, опять тайна? Ну, тайна. Вот почему у меня нет никаких тайн? Значит, ты счастливый. Да ты, Коль, не сердись. Что это у тебя? Это тоже тайна. Ой, дедушка идет, что же нам теперь делать? Все мне известно. Ну, также, конечно, известно, что я был в командировке. Так. Вот вернулся, зашел к вам, чтобы поговорить. А, собственно, о чем-то? Это все по той же воспитательной части. Это, кажется, по вашему настоянию, ребятам запретили заниматься самодеятельностью. Развитый инструмент хорошо кофе говорит. Ах, настоящий талант! И кофе картины рисовать может. А вот пусть на губной гармошке басовый аккорд возьми. А что дальше делать будем? Ну что ж, Колька-то не идет. Баян нас добывает. Думаешь, достанет? Ну, насколько обещал, значит, достанет. Ребята, вот вам баян. Ваше запрещение, которое лишает ребят такого удовольствия, мне непонятно. Тем более, сами-то вы, я вижу, большой любитель музыки. Ошибаетесь, Сергей Сергеевич. Я на этом баяне не играю. Нет, нет, нет. Храню, берегу. Каждый год на проверку мастеру таскаю, а играть не играю. Что-то вы мне все загадки загадываете, Никодор Иванович. Никаких загадок я вам не загадываю, сидеть, сидеть. Значит, ничего, не беспокойтесь, не беспокойтесь. А баян этот есть не что иное, как светлая память о друге. Вот тут вот на крышечке его фотография наклеена. Не желаете ли полюбопытствовать? С удовольствием. Хватит. Не могу я этого сказать. Это тайна. А на одного даже особенные подозрения измею. Он под моими окнами последние дни все время шатается. А вчера его застал около дверей. Не волнуйтесь, Никанор Иванович, не волнуйтесь. Про кого вы говорите? Да этот ваш Бенвенуто Челлини. Колька Леонов. Кто? Коля Леонов? Никанор Иванович, вы лучше на меня скажите. Я за Колю Леонова головой ручаюсь. А я говорю вам, что он. Вы знаете, кого он себе в пример ставит? Кого? Бенвенуто Челлини. А вы знаете, что это за субъект? Кто? Бенвенуто. Ах, да, ну как же. Это выдающийся итальянский скульптор и золотых дел мастер 16-го столетия. Сказали бы лучше выдающийся хулиган 16-го столетия. Да вот, вот, что этот Бенвенуто сам про себя пишет. Налетевши на них, как бешеный бык, я четырех или пятерых сбил с ног. И вместе с ними упал, все время замахиваясь кинжалом. То на одного, то на другого. Вот, или вот еще, пожалуйста. Сейчас. Поднявшись наверх, я взял ножик, который был как бритва, и
4 постели, которые там были, я все ему искрошил этим ножиком. Так что убедился, что нанес убытку на 50 с лишним скуда. Вот кого он себе в пример ставит. А вы, молодой человек, за него головой ручаетесь. Хорошо, Никанор Иванович. Я сделаю все возможное, чтобы обнаружить виновника и вернуть вам ваш баян. Но только прошу вас футляр поставить на место. И никому ни слова. Но вы сами понимаете, Никанор Иванович, что несвоевременная глазка может только повредить. Хорошо, Сергей Сергеевич. Сейчас поставлю. Не может быть. Да нет, я никогда не поверю, что украл Леонов. Смотри, смотри, как тебя забрало. А говоришь, сюжета нет? Да нет, так, конечно, ничего особенного. Ну ладно, рассказывай. Ну, потерпи, потерпи. В антрахте, да скажу. Да ну. Тише, тише. Номер начинается. Учащиеся ремесленного училища номер 13, города Магнитогорска, Люба Ходоровская и Володя Ломакин исполнят акробатический вальс. Больше уверяющий тоже из ваших ремесленных училищ. По-моему, вы писатель грамотный. Вот прочтите. Учащаяся ремесленного училища номер 13 города Магнитогорска. Она браковщица, он сталевар. Занимается в кружке 1,5 года. Вопрос не имеете? Вот так. Коллектив учащихся Украинской ССР исполнит украинскую народную песню «Гайдзя». Синий в степи молится, як Гайдзя пехолится. Добрые люди, что ж за мною на Барбуда? Мы, дружка, ангел, ангел милая.
коллектив учащихся Грузинской ССР исполнит народный грузинский танец. Нет, подожди. Что это у тебя какие-то замашки детективного писателя? Продолжение будет в следующем номере. Нет, я продолжение хочу сейчас. Ну, хорошо. Итак, Коля Леонов решил посвятить своего друга Федю Капустина в свою тайну. Ну, мне вот сюда. Держи! Ну, а что ж такого? Понимаешь, в чем дело? Я всех буйнистов в городе обедал. Не дают. А вот в этой пивной нашелся один симпатичный. Дал баян и сравнительно дешево взял. 10 рублей за час. Ну, когда как ты поищешь, всегда хорошего человека найдешь. Точно. Смотри, Таня. Феденька, пошли. Чего недомерок надо? Это вы меня не узнаете? Первый раз вижу. Ну, начинается скандал, начинается не вижу. Слушай, девочка, ты кино, жила-была девочка, смотрела? Смотрела.
Ну так вот смотри, как бы я тебе вторую серию не показал. Жена была девочка, да вся вышла. Ступай оттуда. Не решай, люди человек разговаривает. Господи, это та самая девочка, которую вы баян украли. Позвольте, позвольте, Семен Семенович, позвольте. Это, можно сказать, дитя, зародыш. А вы с ней как со взрослой дамой разговариваете. Дитя мое, подойди. Подойди и скажи мне, как пожилому человеку, как служителю Мельфомен, что может быть у тебя общего с этим человеком? Я Семену Семеновичу баян давала, а он, видите, отрекается. Да откуда же у тебя в первой ступени баян? Это не мой, а дедушка. А, значит, у дедушки баян с судьбой. Вы что вы? Нет, это целая история. Когда у меня дедушка чуть не умер, доктор говорит, питание, питание, питание. А тут соседка мне и посоветовала. Все равно у твоего дедушки баян без надобности стоит. Ты беги в клуб к Семену Семеновичу Брыкину. Он как раз свой баян пропил, а один футляр остался. Впервые слышишь, чтоб Семен Семенович пил. Впервые. Что, я враг своему здоровью? Ты инфузория меня, видно, с кем спутала. Как же спутала? Помните, я вам баян принесла, а мне, вы мне 500 рублей дали. Позвольте, позвольте, дитя мое. Впервые слышу, чтоб Семен Семенович кому-нибудь 500 рублей дал. Честное слово, да. Ну, если дал, что ж ты хочешь? Да, да ты, ведь я же ему давала баян не на совсем, а только на месяц, пока мне с дедушкой поправляться не носила. А дедушка твой, так сказать, дал дуба. Значит, помер, да? Ой, нет, выздоровел. А выздоровел, что ж ты хочешь? Что ж тебе нужно было? Он мне вместо баяна кирпичи наложил. Как кирпичи? Так, три штуки футляр наксовал. Порядок. Порядок. Не порядок. Пиво хочешь, нет пива? Ой, что вы, я не пью. Вот расступай. Ступай, ступай, девочка. Да как же ведь, а баян-то? Расступай отсюда, дитя мое. Хромай, хромай, хромай отсюда, хромай. Пока я тебя за клевету не привлек. Сторон! Коля, как ты думаешь, что она там так долго делает, а? Не знаю. Может быть, она про нас и спрашивает. Смотри, идет. Неужели ее там кто-нибудь обидел? Ты знаешь что? Иди в пивную, спроси Брыкина. Отдай ему баян, скажи от Леонова. А я побегу за ней и узнаю, в чем дело. Ты там пошли, я тут знаю, кто ее обидел. Там уже защиту прошел, теперь нападение прорабатываем. Ладно. Здравствуй, Таня. Почему ты плачешь? Опять тайна. Ну скажи, кто обидел? И Таня все рассказала Коле. И как она втайне от больного старика отдала его баян на прокат пьянице-баянисту, и как на полученные деньги покупала там всякую телятину, курятину, и как, в конце концов, баянист обманул ее. Так почему же она сразу не сказала обо всем тут же, деду? А ты вот представь себе, что тебе сейчас 14 лет, и с тобой приключилась такая история. Ты бы рассказал? Нет, я, пожалуй, не рассказал. В сценарии... Да постой, постой, Сергей, да сценарий еще далеко. Я тебе пока жизнь рассказываю. А что там будет у тебя в сценарии, я не знаю. Но вот в жизни Тане пришлось очень несладко. Ты подумай только. Тут же в комнате стоит футляр с кирпичами, и старик каждую минуту может открыть его и обнаружить пропажу. Так он ее уже обнаружил. Но ведь Таня-то об этом ничего не знает. Ага, значит, он ей ничего не рассказал. Да, он обещал Сергею Сергеевичу никому ни слова. А тогда мне интересно, как реагировал Коля. Коля... Коля вот не стал, как мы с тобой, допытываться у бедной девочки, почему она не рассказала все деду, а просто очень горячо все принял к сердцу, ее горе, и тут же вечером на первой тайной репетиции предложил ребятам не отдавать баян Брыкину, а возвратить его Тане. Ну, а ребята? Что же он предлагает, товарищ Лёв? Он предлагает отдать баян Таньке, иначе не репетировать, и, проще говоря, потерять всякую надежду попасть в Москву. А ты что предлагаешь? А я вот что предлагаю. Баян Таньке не отдавать.
Почему это мы должны вручать такую-то глупую девчонку? Да она даже не из нашего училища. Вот с такими-то рассуждениями, как у тебя, хорошо на фронте санитаром работает. Подполз к крайному, посмотрел и ползи обратно. Пускай, дескать, лежит. Ветеранный тоже не из нашего полка. Здорово, он тебя поддел. А я на это больше скажу. Я не Колька Леонов, и в танке санитара не нанимался. Ногу он тебя срезал. И действительно, что же это получается? Сколько трудов положили, деньги копили, директор обманывали. И вдруг ни с того ни с сего, здрасте. Тут тебе не здрасте, а прощай получается. Вот именно прощай, Москва. И все лишь потому, что Кольке в биографию хочется попасть. Вот он и выставляется перед внучкой мастера. Колька, он тебя оскорбляет, а ты молчишь. Ладно, пускай. Ну ты как знаешь, а я молчать не могу. Вызываю тебя за оскорбление Леонова на беспощадный товарищеский бокс. Ну и по очкам, а до нокаута. А что такое нокаут? Нокаут – это бессознательное состояние свыше 10 секунд в результате правильно нанесенного удара. Это так, что ли? Я тебе покажу. Ах, хватит, Петька, успокойся. Ну как, принимаешь вызов? Ну уж ладно, шут с тобой. Трусим, трусим. Так что ж я говорю? Имеется два предложения. Одно Колькина. Отдать Баяна в Москву не ехать. Кто за это предложение? Всего два голоса. А чего Петька голосует? Он не талант. Кольк, смотри, какой талант нашелся. Теперь мое предложение. Ничего мы об этом Баяне не знали и брали его как не ворону. Так нечего нам о нем особенно и беспокоиться. А потом, почему мы знаем, что Танька не врет? Свободное дело. А девчонки часто в руши бывают. Тихо, девчонки. Так я предлагаю. Репетировать, как репетировали. Показать себя как следует. И добиться того, чтобы нас отправили в Москву. Кто за это предложение? Правильно. Все ясно. Давайте репетировать. Одну минуточку, ребята. Разрешите мне сказать вам несколько слов на прощание. Почему это на прощание? Потому что водиться с вами после этого я больше не собираюсь. А хочу вам сказать только вот что. Я прочел 12 выпусков серии «Жизнь замечательных людей». Опять? И я говорю, что все эти 12 замечательных людей жили в самое разное время. И сами они были разные, и с лица, и по чертам характера. Но все-таки они были похожи друг на друга. А тем? А тем, что они очень держались за свою честь, и у всех была очень большая совесть. Вот, например, Владимир Ильич Ленин. Он был сыном довольно-таки состоятельных родителей. И мог жить сравнительно припеваючи и ни о чем не думать. А он добровольно пошел и в тюрьму, и в изгнание, потому что не мог жить припеваючи, когда кругом него вся Россия страдала и мучилась. О чем это говорит? О его очень большой совести. А Джордано Бруно сгорел на костре от того, что земля вертится, не отказался. Отказался бы, жить остался, а вот совесть не позволила. А вот сейчас наши солдаты на фронте, разве не то же самое? Я про природных героев не говорю, а ведь есть такие, которым, ох, как трудно геройствовать. Все-таки герой. Почему? Потому что их совесть заставляет. Ведь это как получается? Кругом все герои. А я, скажем, нет. Ведь это со стыда сгоришь. А у нас что, по-твоему, совести нет? Выходит, что нет. Ну пусть у нас совести нет, а чего же он предлагает? Отдадим военному мастеру, он, конечно, сразу подумает, что мы его украли. А мы ему все объясним. А тогда Таньки нагорит. Ну и пускай нагорит. Хорошо тебе говорить, пускай. Вот побыл бы на ее месте. Если бы это был простой баян, а то ведь это память. А что Колька предлагает? Выходит, что хуже наделать. Ведь Колька предлагает, а я баян не мастер, а Таньки. Пусть она его на место тихонько положит, никто ни о чем и не узнает. Правильно. Это хорошо. Вот это хорошо. А как же мы с Баянистом разделаемся? Давайте скажем, что потеряли. А он деньги потребует. А, с кого потребует? Ясно, с кого. Кольке, он брал ему отвечать.
Отдаю на выкуп мои московские деньги 600 рублей. Будто я без фотоаппарата жить не могу. Прибавь и мои 500 рублей. Обойдусь временно без велосипеда. Молодец, Сергей. Возьмите наши деньги. Смотри, девчата раскошелились, а? А ты зачем? Сергей, ведь ты с нами не репетировал. А мне еще проще. Я в Москву не собирался. Ну как же? Ведь ты же на боксерские перчатки копил. Какой же боксер без перчаток? Ну чего привязался? Вот узнаешь, какой я боксер. Все равно вызов не отменяю. 3200 рублей. Ух, Тань, как радуется. А чего радуется? Когда он за баян просит 10 тысяч рублей. 10 тысяч? Что же нам теперь делать? Вот тебе и выкупили. Вот оно, Колькино предложение. Как след не обдумал, пусть он сам теперь и решает. Простите, Семен Семенович, что опоздал. Ну, я вам за эти лишние полчаса как за час оплачу. Смотри, чтоб у меня больше этого не было. Что, Семен Семенович, больше этого никогда не будет. Последний раз. До свидания. Будь здоров. Русская популярная народная песня «Кирпичики». Караул! Лови мальчишку! Куно! Куно! Ты там без фуражки! Ограбили! За мной! Да. Коля, почему ты ходишь без фуражки? Я ее потерял, Сергей Сергеевич. Искал, искал, нигде никак не могу найти. А хочешь, я скажу, где ты ее потерял? Где, Сергей Сергеевич? У мастера. Правильно. Это, наверное, когда последний раз я был у Тани. На, Коля. Носи. И больше не теряй. Большое спасибо, Сергей Сергеевич. Никаких мер не принимаете и меня тормозите. А вы что ж, до сих пор еще подозреваете Николая? Подозреваете? А вы что же, до сих пор еще сомневаетесь? Нет, Никанор Иванович, теперь уж не сомневаюсь, а ручаюсь, что Коля ни в чем не виноват. Как не виноват? Нет, Никанор Иванович. Обокрали! Обокрали! Ограбили! На нитки обокрали. Что вы такой? Что случилось? Почему вы сюда пришли? А куда мне идти? Обокрал-то ваш ученик, Николай Леонов. Вот, слышите, слышите, слышите? Никанор Иванович, успокойтесь. Что у вас украли? Орудия, производство, последние достояния. Мой баян. Баян, вот. Вот, что вы теперь скажете, Сергей Сергеевич? Никанор Иванович, ну успокойтесь, ради бога. Скажите толком, как это произошло? Минуточку, минуточку, сейчас. Взял баян, повернул. Кирпичи? Кирпичи. А вы чего радуетесь? У человека несчастье, а он радуется. Да как же мне не радоваться-то? Ведь он у меня тоже украл. Чего? Баян? Да ну. Да. И тоже положил. Чего? Кирпичи чего? Вот он вас, Бенвенут, Челинит. Точно? Бенвенут. Петров. После работы собрать всех учащихся в красном уголке. Ребят, мне очень больно и стыдно объяснять, зачем я вас сюда собрал.
позорное пятно легло на наше училище. Среди наших учеников появился вор. Леонов, подойдите к столу. Николай Леонов, вас обвиняют в краже. Коля, может быть, тебя зря обвиняют? Может быть, тут какое-нибудь недоразумение? Ты объясни, в чем тут дело? Нет, я не отрицаю. Я действительно выкрал их не баян. Ну, вот, вот, пожалуйста. Ну, факт выкрал. Почему? Потому что он сам же жулик. Да что? Ты соображаешь, что ты говоришь? Его не успокойтесь. Я подтвержу, что жулик. Нам про него все Таня рассказала. Каков он есть человек. Какая Таня? Ваша внучка. Одну минуточку, я сейчас за ней сбегну. Что же это такое получается? Не волнуйтесь, Никанор Иванович, не волнуйтесь. Нет, оставьте меня. Вы подумайте только, что творится. Я за свои 60 лет много разных людей видел. Ну, и преступников видел. Но таких закостенелых не видел. Вы обратите внимание. Ведь он баян-то вынул. А на место баяна-то чего положил? Вот чего. Сидеть. Нашелся. Покорнейше благодарю, товарищи, за скорый розыск. А я уж, признаться, думал, не видать мне моего баяна. Да. Привет. Позвольте, куда вы? Не могу задерживаться. Сеанс. Да это же мой баян. Как же ваш, когда мой? Смотри, пожалуйста, свой баян у него украли, так он на чужой зарится. Да старый, да, чужой, как чужой? Старый человек, а между прочим, жулик. Это что ж Вот он жулик. Кто жулик? Это он, девушка, кирпичи наложил. Какие кирпичи, ты что, девочка, опомни. Да как вы смеете, это же не ваш баян. Дайте сюда, баян. Тебя чего не домерок? Дальше ты, конечно, Сергей, сам догадался. Когда Никанор Иванович все узнал и убедился, сколько благородства и какая большая требовательная совесть живет в душе этого мальчика, он 3 дня ходил задумчивый и рассеянный, а на 4-й день пригласил к себе всю компанию. Ведь у нас у стариков известно, какое зрение. Далеко хорошо видать. А вот что под самым носом, как в тумане. Вот по этой причине мне и очки прописали. Да, видать, не тот номер. Проглядел я, что под самым носом-то моим творится. Проглядел я вас, родные вы мои. Ну, да не затем я вас собрал, чтобы речь вам произносить. Ну-ка, Коля, поди-ка сюда. Нате, владейте. Как можно, Никанор Иванович? Ведь нам же Таня все рассказала. Бери, Коль, бери. Ведь вы нам дарите самую свою дорогую вещь. Вот и ошибаетесь. Эта вещь не моя, а ваша.
выполняю волю моего покойного друга, передаю ее в достойные руки. Вот ведь как оно получается-то, родной ты мой, Бенвенуто Челлини. Зачем вы, девушка, его так называете? А затем, что он действительно золотых, да каких еще золотых дел мастер. Нас улица шумом встречала, звенела бульваров листва. Ступая под своды вокзала, шептали мы: «Здравствуй, Москва!» Мы идем, мы поем по бульварам, проспектам, садам. Мы идем, мы поем, и Москва улыбается нам. Москва! Сияет солнце, кончилось ненастье. И вот он встал,
волнующий вопрос о будущем, о жизни и о счастье. Мы выросли в годину тяжких бед, миллионы жертв и городов обломки. Но зависти у нас к потомкам нет. Нет, будут нам завидовать потомки. Мы выросли, мы дышим в той стране, где светлой правды торжество и сила. Страна моя, в невиданной войне, ты битву выиграла, ты победила. Какое счастье гордо сознавать, что вдохновенный труд всей нашей жизни, все, что с любовью будем создавать, послужит процветанию отчизны. Какое счастье верить в свой народ в цеху и в битве средь огня и стали. Какое счастье знать, что нас ведет наш современник, наш великий Сталин. Мы идем, мы поем, мы проходим по проспектам и садам. Мы идем, мы поем, и навстречу улыбаемся ты нам. Ты оказался прав. Я напишу это сценарий. А назову его «Здравствуй, Москва».